Всем огромный привет! Сегодня покажу, как вязать вот такой прекрасный, просто невероятно красивый узор под названием фейерверк. Вяжется он достаточно несложно. Раппорт этого узора всего 15 петель и 4 ряда в высоту. Это у нас с вами лицевая сторона. Вот я провязала 2 раппорта. И так выглядит изнаночная сторона. Я на спице набрала 15 петель плюс 2 петельки кромочные. Итого на спицах у меня 17 петель. Узор начинаем вязать с первого ряда. Кромочную всегда в начале ряда петельку снимаем, не провязывая. Далее вяжем раппорт. Одна изнаночная. Петельки сегодня у нас бабушкины. Следующие 4 петельки провязываем вместе одной лицевой. Вот так вот за заднюю стеночку. Провязали. Накид. 1 лицевая. Накид. 1 лицевая. Накид. 1 лицевая. Накид, 1 лицевая. В конце ряда должна остаться 1 петелька изнаночная и 4 петельки провяжем вместе. Значит, делаем еще раз накид, 1 лицевая и еще раз накид. Должно быть 6 накидов. Посчитайте, все ли сделали вы правильно. 6 накидов, вот последний 6-й. Следующие 4 петельки, точно так же, как в начале ряда, провязываем вместе одной лицевой за заднюю стеночку, 1 изнаночная. Закончили раппорт. Далее, если у вас 2-3 раппорта, повторяем сначала, вот с первой петельки, и кромочная, изнаночная. Второй ряд и все изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли. Кромочную сняли, смотрим, лицевая, провязываем лицевой. Далее у нас изнаночная петля, провязываем ее изнаночной. Далее идет накид, накид также провязываем изнаночной петлей. И так вяжем до конца ряда. Здесь получается на один раппорт 2 лицевые и все будут изнаночные, да? И заканчиваем ряд изнаночная, так, и в конце ряда, вот смотрите, лицевая и кромочная, изнаночная. Третий ряд, кромочную сняли, вяжем 1 изнаночная петелька, это раппорт, и 13 лицевых. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 1 изнаночная. Кромочная. Последний 4-й ряд вяжем. Кромочную сняли, вяжем, как смотрят петли. Над лицевой лицевая, далее идут изнаночные все петельки. В конце ряда 1 петля осталась, провязываем ее лицевой и кромочная, изнаночная. Далее узор повторяем с 1 по 4 ряд. Вот такой красивый получается узор. Этот узор я сняла по просьбе одной из наших подписчиц. Спасибо вам за то, что вы присылаете свои фотоотчеты.
отзывы, задаете какие-то вопросы, мы всегда рады вам помочь. На сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. До новых видео. Пока!